Для каждого из нас есть места, где возникает ощущение максимальной свободы, раскованности, чувства защищенности. Где вечные слова мудрости всегда находят отклик в твоем сердце, в твоей душе. В том месте ребенок – это источник счастья для своей семьи. Его бескорыстно любят, радуются его первым шагам и первым успехам. И счастлив тот, кого согревают воспоминания о тепле родительского дома, где всегда были и есть желание и умение понимать своих детей, искренне к ним относиться, поддерживать их интересы. Это родной дом, где согревают сердца.